Привет. Еще раз. Меня зовут Дима Кальметьев. Я работаю в IT чуть больше 10 лет на разных позициях. В последние 3 года в Польше на должности бизнес-аналитика на крупных финансовых проектах. Сегодня я хотел бы рассказать вам про весьма необычный кейс. Это очень большой аутсорс-проект, нетипично большой. На своих проектах я всегда стараюсь понять правила игры, понять, как устроен процесс, какая методология используется. И считаю, что наш подход в этом проекте может быть вам интересен и полезен. Итак, команда на нашем проекте. Более 150 человек, примерно две трети разработчики и key engineers, примерно 50 на 50, по 50 человек. 20 девопсов, 5 архитекторов и UI/UX дизайнеров, 15 бизнес-аналитиков, 10 менеджеров. Достаточно пестрая команда. Локейшены более 10 разных офисов в Украине, России, Польше, Соединенных Штатах и Аргентине. Со стороны клиента, с нами работало в разное время от 10 до 25 стейкхолдеров. Часть из них принадлежит, к функциональным подразделениям компании, то есть они заинтересованы в реализации какой-то функциональности для своих сотрудников. Но часть — это люди из так называемых внутренних регуляторов, то есть это, например, люди, отвечающие за безопасность, за конфигурацию IT-систем. Их требования в первую очередь ограничивают и навязывают определенные правила и регламенты. Примерно половина стейкхолдеров и еще около 10 отдельных аналитиков со стороны клиента непосредственно работают с нами, создают требования, помогают их выяснять и прописывать. За 3 года проекта у нас состоялось примерно 10 внутренних релизов и несколько продакшн-релизов. На данном этапе возникает наверняка у всех вопрос, зачем всю эту огромную толпу людей объединять в один проект? Почему нельзя разбить на проекты, управлять ими как-то на уровне программы, координировать, а внутри каждого отдельного проекта получить хорошо знакомый, предсказуемый размер и процесс? Ответ таков. Все эти люди разрабатывают одно единственное приложение. Очень большое, но тем не менее одно. Разные стейкхолдеры работают с ним с разных, скажем так, проекций, но тем не менее любые изменения неизбежно затрагивают 2-3 других части системы, и исторически было принято решение организовать это все как один проект. Поговорим о том, как этот проект можно устроить, чтобы он работал и приносил пользу. Для такого большого проекта первая мысль, которая приходит, это то, что стандартные agile методологии применяются довольно плохо. Все знают, что стандартная Scrum команда — это 6-8 человек, максимум 10, хуже если 15. Даже Scrum of Scrums при команде в 150 человек не выглядит хорошей идеей. Соответственно, возникает мысль воспользоваться одной из классических методологий, не waterfall, но взять что-нибудь типа RUP, Rational Unified Process, провести фазу анализа требований, выяснить зависимости, сделать solution design и дальше итеративно каким-то набором команд с периодическими майлстоунами все это имплементить. К сожалению, эта идея, или к счастью, эта идея на самом деле плохая. И правильным подходом в данной ситуации, с нашей точки зрения, оказалось использовать как раз гибкие методологии. Почему? С применением классических процессов, классических схем обнаружилось целых 3 проблемы. Проблема номер один – клиент не знает, что он хочет. То есть нет возможности взять эти 10-25 стейкхолдеров, посадить их в одной комнате и не выпускать оттуда, пока они не прояснят, как система должна работать. Они не смогут договориться между собой, у них разные понимания, разные представления о системе, разные процессы их подразделений внутри компании. Проблема номер вторая. Клиент не знает, как должна работать система. Даже отдельные стейкхолдеры понимают, что меняются бизнес-требования, будут изменять функционал в системе, и эти изменения происходят непрерывно, в том числе в процессе девелопмента. Эти ограничения были 2 известны заранее, и на этапах переговоров с клиентом
Безусловно, клиент предпочел бы классический процесс. Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы иметь фиксированную цену, знать сроки изготовления, но если им описать ограничения, которые подобный классический процесс накладывает на требования, сказать, что не получится и не будет возможности менять все на лету, оказывается, что возможность изменять функциональность в процессе, возможность что-то прояснять по мере разработки для них важнее, чем жесткие сроки и жесткая стоимость. Третья причина, почему оказалось, что классические методологии не очень хорошая затея, это люди. Можете себе представить удовольствие от работы на огромном проекте, где есть жесткие гайдлайны, где все стандартизировано, нужно всему соответствовать, подтверждать, так далее, так далее. Ко всему прочему, точно известно, что люди всегда сложнее любых гайдлайнов, любых процессов, поэтому было принято решение отказаться от RUP-style процессов и смотреть в сторону методологий гибких. А именно... Так, я опять листаю не в ту сторону. Вот. Есть такая методология, она называется Scaled Agile Framework. К сожалению, даже самая простая схемка с их официального веб-сайта слишком большая и сложная, чтобы показать ее на одном слайде. Плюс ко всему, методология, которую используем мы, основана на этой, но довольно сильно модифицирована. Поэтому кого интересует классическое описание scaledagileframework.com, пожалуйста, там все достаточно подробно и хорошо расписано. Вот. А я перейду к тому, как в нашем случае мы применяем эту методологию на нашем большом проекте. Для начала мы разбиваем людей на команды и делаем это специальным образом. Команды состоят из, как правило, 10-15 человек, но иногда бывают от двух. Самое важное — это функциональные стримы. Это команды, которые отвечают за разработку каких-то относительно обособленных частей приложения. У них есть, как правило, собственные бизнес-аналитики на нашей стороне, есть собственные продакт-оунеры, стейкхолдеры, интересующиеся больше именно этой функциональностью. Технические команды очень похожи, но они отвечают за направление, связанное с определенной third-party системой. У нас есть несколько взятых снаружи решений, и люди с экспертизой в этих решениях объединяются в свою отдельную команду. Для них ситуация несколько сложнее, потому что у них, как правило, уже несколько стейкхолдеров, может быть, несколько бизнес-аналитиков, поставляющих им требования. Таких команд больше, чем на схеме. Вот, и они являются как бы основной рабочей силой проекта. Дальше есть несколько команд проектного уровня. Это, безусловно, архитекторы, люди, которые разрабатывают solution design и заботятся о том, чтобы этот дизайн был совместим и однотипен для разных функциональных стримов. Это дата-команда, которая отвечает за структуры данных и часто за сами данные. Это ребята, которые разрабатывают внутренние библиотеки, которые переиспользуются на разных стримах. Команда DevOps'ов и Configuration Manager'ов. И самое интересное по устройству — релизная команда, чем-то напоминающая швейцарскую армию, тем, что в мирное время в промежутке между релизами там находится минимальное количество людей, занимающихся поддержкой и взаимодействием с пользователями, каким-то минимальным саппортом. Но с приближением войны релиза в эту команду добавляются люди из разных других функциональных стримов, формируя такую настоящую кросс-функциональную команду специально под конкретный релиз. Внутри команд используется достаточно стандартный процесс, я чуть больше скажу о нем позже. Для всех команд существуют свои продакт-оунеры, свои спринты и спринт-бэклоги, синхронизированные 30-дневные классические спринты, общие темплейты для различных артефактов, в некоторых случаях общие схемы для процессов, но не всегда. Помимо описанного существует еще один уровень, это уровень менеджмента. На этом уровне принимаются решения о создании или удалении команд, решаются всякие глобальные вопросы, финансовые, юридические, связанные со взаимодействием с клиентом, так далее и так далее.
Кроме этого, существуют так называемые виртуальные команды. В каждом из стримов и в проектных командах есть люди разных ролей. Эти люди группируются естественным образом, никто не прописывал это, не придумывал. Эти люди группируются в некую виртуальную команду, устраивая между собой горизонтальные коммуникации, какие-то внутренние митинги, обсуждение общих решений и так далее. Эта схема также не идеально подробна. Например, здесь нет тестировщиков-автоматизаторов. Давай вопросы позже. Нет тестировщиков-автоматизаторов, нет специалистов по перформанс-тестированию и так далее. Какие есть плюсы и минусы, чем хорошо, чем сложно такое разбиение? Как данность, в команде такого размера, во множестве команд, составляющих 150 человек в сумме, очень много коммуникаций. Это не хорошо или неплохо, с этим ничего нельзя поделать. Группировка людей в команды позволяет эти коммуникации относительным образом структурировать и изолировать. То есть уже нет необходимости искать из 150 человек одного единственного, который знает вашу проблему. Вы более-менее знаете, какая команда отвечает за определенный кусок системы. Можете обратиться к представителю команды, он дальше внутри команды скоординирует вас с нужным человеком. Какие сложности есть с таким подходом? Во-первых, много митингов. Это прямое следствие обилия коммуникаций, но для некоторых ролей обилие митингов очень велико и усложняет жизнь. Менеджеры, аналитики, часто архитекторы катастрофически перегружены. Наш ответ на эту проблему – убирать регулярные митинги, не заносить в календарь еженедельные часовые митинги, которые происходят вне зависимости от того, есть что обсудить или нет, а устраивать митинги ad hoc. То есть тема есть, написали людям, собрались, выбрали время, провели. Две следующие сложности внезапно существуют одновременно, хотя, казалось бы, должны противоречить друг другу. Это спам, когда люди пишут на всех на большую рассылку, и информация доходит до людей, которым она не нужна и отвлекает их. И это недостаточная информированность, когда люди, которым стоило бы о чем-то знать, наоборот, не включаются в рассылку и пропускают какие-то факты. С этим тяжело бороться, но тем не менее приходится делать это каждый день. Вопрос здесь исключительно в культуре общения, культуре взаимодействия. Если не замалчивать проблему, поднимать информацию, что кто-то не нужен в рассылке или кого-то не добавили, постепенно люди учатся это делать все лучше и лучше. Следующий сложный пункт – это размывание ответственности. Из-за большого числа команд, из-за большого числа стейкхолдеров часто получается так, что какой-то кусок системы оказывается в ведении нескольких разных продакт-оунеров или нескольких разных команд. В этой ситуации велика вероятность пойти по стандартной схеме, если отвечают все, то не отвечает никто. С этой проблемой получается бороться только правильными людьми, людьми, которые берут на себя ответственность, не игнорируют какие-то распределенные задачи, стремятся понять, занимается ли кто-то конкретной задачей или нет. Следующая сложность – это синхронизация. Для примера, если мы возьмем UI и UX-дизайнеров, они заинтересованы в том, чтобы в разных частях системы определенные однотипные вещи выглядели и вели себя одинаково. За этим довольно сложно проследить, довольно сложно проконтролировать, что никто втихаря не реализовал что-то, отличающееся от стандарта. Решается коммуникациями и вовлечением правильных людей в правильные активности внутри команд. Наконец, последний сложный пункт, тоже неизбежный, это зависимости. Часто для одной команды реализация какого-то функционала зависит от действий другой команды. Это все приходится отслеживать, также коммуницировать. Давайте дальше перейдем к работе на проекте в рамках одного функционального стрима. Посмотрим, как работают люди. Все начинается с подготовки требований. Подготовка требований, к сожалению, в нашей схеме гораздо более тяжела. Прошу прощения. Подготовка требований гораздо более тяжеловесный процесс в нашей схеме, чем в классических гибких методологиях.
пользователи со стороны бизнеса, стейкхолдеры, бизнес-аналитики со стороны бизнеса начинают готовить требования за несколько месяцев до того, как, собственно, они попадают к команде в какой-либо спринт. Список сначала составляется в качестве product backlog, потом попадает в некий roadmap, описывающий планы на реализацию какого-то конкретного кусочка функциональности. Важно понимать, что оба эти списка совершенно точно не финальные. Другие стейкхолдеры, люди из внутренних регуляторов обязательно вмешаются, будут какие-то зависимости, что-то изменится. Ближе к реализации, примерно за месяц до начала спринта, формируется так называемый Sprint Planning Backlog. Это не Sprint Backlog в классическом понимании, это некий предварительный промежуточный лист. Он уже приоритизирован, в него выбраны истории, которые нужны, соответственно, в следующем спринте. Над ним начинают работать более плотно архитекторы, UI, UX-дизайнеры, аналитики, отдельные представители функциональных стримов и технических команд. Проверяется возможность вообще это реализовать, как вписать соответствующие истории и кусочки функционала в существующую систему и так далее. Активно используются различные статусы и теги в requirements tracking системе. Смотрится, на кого заассайнено, какие теги и так далее, чтобы весь этот процесс взаимодействия множества людей было удобно и хорошо контролировать и ничего не терялось между. Эта схема, хотя и является более тяжеловесной и классической по сравнению с гибкими методологиями, она, тем не менее, достаточно agile в смысле пункта agile манифеста, что individuals and interactions over processes and tools. То есть людям здесь удается договориться, они не упираются в какие-то ограничения и гайдлайны, они высказывают свое мнение, пытаются приоритизировать свои истории. Процесс достаточно комфортен для всех участников. Если на данном этапе для бизнеса остается неизвестно, чего именно они хотят, то этот процесс спокойно включает в себя этапы прототипирования, то есть делаются какие-то маленькие промежуточные истории, кусочки функциональности, которые дальше будут либо изменены, если они не взлетели, либо расширяться и улучшаться, если прототип оказался такой, как нужно. Из сложностей. Эта жизнь, к сожалению, многие вещи не укладываются в ожидания и сроки. Хотя мы изначально никаких сроков бизнесу не постулируем внутри этого процесса, тем не менее в головах у людей формируются определенные планы, что и как скоро они получат. Поэтому с определенного момента возникает тенденция, когда бизнес в Sprint Planning Backlog пытается вкладывать в 3, в 4, в 5 раз больше историй, чем реально команда может взять в спринт. Это достаточно серьезная проблема, потому что, хотя команда в итоге возьмет только то, на что хватит capacity, на этапе обсуждения истории слишком большой список размывает внимание. Архитекторы, аналитики, UI-дизайнеры вынуждены заниматься большим набором историй, половина из которых в этот спринт точно не попадет, а то и две трети. С этим получается бороться правильным взаимодействием с бизнесом, коммуницированием этой проблемы. Тем не менее, проблема одна из серьезных и сложных. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание, это взаимодействие с большим бизнесом, с энтерпрайзом. У бизнеса, у отдельных людей на стороне бизнеса есть совершенно четкая схема внутренних побуждений, которые влияют на то, что они делают на своей работе. И в случае реализации IT-проекта этих людей могут, давайте сформулируем вежливо, наругать, если какая-то часть функционала не будет сделана и пользователи не смогут реализовать определенные свои задачи. При этом есть перекос, потому что никто никогда не ругает этих людей за лишний функционал, который сделан, но очень мало используется. Такая ситуация приводит к тому, что стейкхолдеры и продакт-оунеры со стороны бизнеса начинают бесконтрольно расширять список задач, родмэпы по конкретным фичам, добавлять еще и еще и еще функционала. По-хорошему, на стороне бизнеса же должен был бы существовать некий внутренний регулятор, который следит за расходами на IT, следит за теми ресурсами, которые будут потрачены на реализацию функционала и ограничивает их в этом.
К сожалению, в нашем случае такого регулятора нет, поэтому нам приходится подкладывать соломку и заранее реализовывать контрстратегию. Мы стремимся новый функционал описывать и реализовывать в максимально упрощенном виде. Ожидая, что все равно позже он начнет вырастать и разрастаться, мы начинаем с самых базовых простых вещей, то, что называется minimum viable product. Да, все знают этот термин. Наконец, на этом этапе тоже есть зависимости. Зависимости между разными стейкхолдерами, между разными частями приложения. Иногда приходится ходить и буквально за ручку приводить людей из другой части компании клиента, чтобы они посмотрели на требования, высказали свое мнение. Также сложность — это истории, которые попадают с нашей технической точки зрения между двумя стримами. Например, они не могут быть реализованы одной единственной функциональной командой или одной единственной технической командой. В этих случаях мы разбиваем истории на части. Это не очень удобно со стороны бизнеса. Это немножко сказывается на более поздних этапах, но для нас это единственная возможность как-то этот хаос проконтролировать, и бизнес с этим мирится. Планирование и имплементация с командой довольно мало отличаются от классического скрам-процесса. За две недели до начала спринта вся команда функционального стрима начинает смотреть на подготовленный спринт planning backlog. Истории активно обсуждаются, задаются вопросы, часть из них может быть отвечена аналитиком, часть выходит на уровень клиента. После этого происходит планинг-покер, команда решает, какие истории попадают, не попадают в спринт, дает эстимейты. Velocity оценивается на основе истории предыдущих спринтов, что позволяет автоматически закладывать буферы на коммуникацию, на некоторые зависимости, на какие-то технические сложности и взаимодействия. В этом процессе хорошо то, что он довольно стандартен. Все привыкли к подобной работе на уровне отдельной команды. Можно взять нового человека из другого проекта, и он очень легко впишется в эту систему. Также хорошо себя показал принцип fail fast. Если на данном этапе оказывается, что с реализацией конкретной истории есть подозрение, что могут быть сложности, технические, логические зависимости, это моментально эскалируется, часто история откладывается. Какие-то решения выносятся на уровень бизнеса. Это позволяет легко управлять ожиданиями и не ввязываться в реализацию вещей, которые потом не получится сделать, как ожидалось. К сожалению, это получается не всегда. Несмотря на достаточную стандартизированность процесса, он все-таки более тяжел по сравнению с классическим скрамом. Классическая методология подразумевает 4-часовой спринт-планинг-митинг. Здесь людям приходится начинать разбираться с историями за две недели, часто выяснять предполагаемые ассайменты истории на людей за две недели, чтобы понимать, кто будет отвечать, кто будет заниматься. Требования меняются, и, к сожалению, иногда они меняются непосредственно перед началом разработки. Мы стараемся с этим бороться. Во многих случаях истории откладываются, но если изменения небольшие и не сильно влияют на estimate, бывает такое, что они происходят в последний момент перед началом разработки. Мы поддерживаем достаточно жесткую схему информирования всех участников о изменении требований, делаем рассылки. После определенного этапа обсуждения истории требования считаются финализированы, и любые изменения требуют разослать всем участникам notification, что поменялось и почему. Наконец, оценки. Люди, безусловно, ошибаются. Любые estimate — это только вероятности. Бывает так, что история не вкладывается в спринт, в котором ее должны были реализовать. У нас есть механизм переноса истории из прошлых спринтов в новые. Это происходит, к сожалению, достаточно часто, но достаточно с маленьким числом историй. После того, как функциональность сделана, у нас есть два разных типа митингов. Это демо-сессии и acceptance-сессии. Acceptance-сессии происходят с, как правило, с стейкхолдерами, взаимодействующими с определенной командой, с продакт-оунерами этой команды, на которых, на этих сессиях аналитик показывает функциональность приложения, бизнес имеет возможность его пощупать, попробовать, высказать свои замечания. Демо-сессия проводится на всех стейкхолдеров
раз в неделю и показывает им, как в целом изменилось приложение, какие истории были сделаны. Обе эти активности не привязаны к концу спринта, они происходят регулярно, демо-сессии раз в неделю, acceptance-сессии раз или два раза в неделю. В таком подходе хорошо то, что все бизнес-пользователи имеют возможность познакомиться с системой, посмотреть, как она работает. Второй положительный момент – это отсутствие пиковой нагрузки в конце спринта. Как правило, конец спринта означает одновременно планирование нового, какие-то срочные доработки, а тут еще клиенту нужно показать, как что работает. Это в классической схеме скрама это достаточно тяжело. Здесь истории показываются по мере поступления, нагрузка распределяется равномерно, в принципе, это всех устраивает, все довольны подобным процессом. Одной из сложностей на демо для всех стейкхолдеров является то, что показывают все-таки отдельные истории, а не всю систему в целом. Она большая, ее невозможно показать за час митинга. Но это вызывает определенные проблемы. Если история отвечала за изменение какого-то маленького кусочка функциональности, бизнесу может быть неясно, что поменялось и почему, им больше интересен большой широкий флоу. Иногда их удается показать на этих митингах, иногда назначаются отдельные сессии, но это такой сложный пункт, на который в преподобном подходе стоит обращать внимание. Acceptance-сессии, к сожалению, имеют такую проблему, что они чересчур формальны. Опять же, накладывается ограничение большого enterprise проекта со стороны бизнеса, там работают люди с определенным складом ума, и когда им нужно поставить подпись, даже виртуальную, под определенной функциональностью, они начинают проверять эту функциональность буквально до запятой. В связи с этим крайне важно на предыдущих этапах любые изменения в требованиях обязательно фиксировать и записывать, иначе в этот момент вы оказываетесь в ситуации, когда пусть устная договоренность о чем-то и была, если история не изменена, ее могут не принять в том виде, в котором она написана, потребовать каких-то переработок, изменений и так далее. Наконец, еще одна проблема с enterprise-пользователями происходит в случае, если какая-то функциональность попадает между двумя группами стейкхолдеров или затрагивает сразу несколько. У них появляется большой соблазн перекидывать горячую картошку acceptance между группами продакт-оунеров и стейкхолдеров. Единственный способ бороться с этим – это коммуникации, эскалирование этой проблемы выше на уровень их менеджеров и каким-то образом вынуждение принять определенную историю. Также в конце спринта происходят ретроспектив-митинги. Они, наверное, менее всего отличаются от стандартных. Там все просто, собираются отдельные команды, проводят сессию, по классике обсуждают, что хорошо, что плохо, назначают экшн-поинты. Единственный нюанс здесь – это размер проекта. Неизбежно любые изменения занимают 2-3 месяца, поэтому для скрам-мастеров, для менеджеров вдвойне важно информировать команду, что проблема, озвученная 2 месяца назад, все еще в процессе улучшения, и она изменилась не потому, что все ее проигнорировали, а потому что просто процесс изменения занимает столько времени. Релизная команда в определенный момент собирает все истории, отмеченные тегом релиза и готовые к этому моменту, в релизную ветку. Она отдельно специально тестируется, в том числе проходит перформанс-тестирование. Как я уже упоминал, релизная команда состоит из сборной солянки из людей с функциональных стримов, поэтому они знают функциональность, которую проверяют. Где-то в районе релиза происходит также knowledge transfer. Со стороны бизнеса с нами работают специальные люди, которые отвечают за обучение конечных пользователей на стороне бизнеса. Они взаимодействуют с релизной командой, они взаимодействуют даже с техническими командами, и их ответственностью является понять, как работает система, написать к ней пользовательскую документацию и так далее. С нашей точки зрения это очень большой плюс, потому что сильно экономит нам время и нервы. Плюсы, помимо этого, заключаются в том, что релизная команда изолирована от процесса девелопмента, людям не приходится разрываться между сиюминутной разработкой и какими-то багфиксами перед релизом. Релизная команда по-настоящему кроссфункциональна. Из сложностей
Тем не менее, мы забираем людей из функциональных команд, и так или иначе это влияет на расчет capacity, влияет на их структуру иногда, если уходят синьорные люди. Это нельзя не учитывать. У релизной команды, к сожалению, жесткий срок. На дату релиза завязано много разных вещей на стороне бизнеса, поэтому работа там не подарок в смысле поддержания жестких сроков и следования расписанию. Казалось бы, вся эта хитрая схема с большим числом людей, различных команд и подкоманд, должна бы довольно сложно управляться и быстро превратиться в неконтролируемый хаос. Как с этим справляются наши менеджеры, что они делают? Во-первых, разные команды работают по своим различным схемам. Как я уже говорил, никто не пытается навязывать какие-то общие гайдлайны, какие-то жесткие схемы работы, зависимости и так далее. Тем не менее, существуют так называемые ключевые точки. Это некие статусы, срезы данных, некоторые моменты времени, взглянув на которые, можно понять, в каком состоянии находится разработка в данный конкретный момент. Например, есть договоренность, что для того, чтобы история попала в спринт, за 2 недели до начала спринта история должна быть переведена в статус tech review, то есть готова к рассмотрению функциональной командой. Это самоподдерживающееся правило. О нем все знают. Если аналитики и бизнес не успевают довести историю до этого состояния, она автоматически никуда не попадает в спринт. Команда, соответственно, смотрит только готовые истории, что сильно упрощает им жизнь. Другой пример, если вам нужна помощь от UI/UX-дизайнеров для какого-то функционала, история должна быть отмечена тегом mockup required. Если этого не происходит, вы как бы сами кузнец своего счастья, сами организовали взаимодействие с дизайнерами так, что у них нет никакого способа узнать, что что-то нужно сделать. Важным аспектом также является работа с людьми. Для начала все наверняка знают известный цикл maturity command, который звучит как forming, storming, norming и performing. То есть по мере того, как в команду добавляются новые люди, в команде начинают перераспределяться внутренние роли, у команды падает производительность. Безусловно, это происходит и с нашими людьми, с нашими командами. На этот цикл соответствующим образом накладывается вовлечение менеджера. Команда, которая только сформировалась, еще не готова работать в полную силу, требует большего внимания, требует более жесткого контроля, иногда непосредственных указаний. Команда работает дальше, формируются определенные устоявшиеся привычки. Менеджер может обращать на это меньше внимания. В конце концов, люди начинают работать сами, и менеджер старается их поменьше трогать и отвлекать своими активностями. Безусловно, на большом проекте люди выгорают. Есть два способа бороться с этим в нашем случае. Для ключевых людей, для архитекторов, для тимлидов мы стараемся бороться с этим, грубо говоря, предоставлением карт-бланша. То есть мы предлагаем людям организовать процесс так, как им удобно, заниматься теми аспектами, которые им наиболее интересны, и переложить на остальных людей то, что для них не представляет интереса. Это важно, потому что подобный процесс со множеством сложностей в коммуникациях очень сильно завязан на ключевых людей. Смена архитектора, смена тимлида вносит большой стресс. Вместе с тем, рядовые, но от этого не менее важные члены команд имеют гораздо большую гибкость в смене команд, в смене задач. В этой ситуации мы боремся с выгоранием тем, что люди могут свободно переходить внутри команд. Экспертиза проекта отличается, но в любом случае им перейти проще, чем брать людей снаружи, если эти люди выгорели и ушли. Сложности в управлении и мониторинге. Хотя мы стараемся информировать всех стейкхолдеров со стороны клиента о том, как устроен наш процесс. К сожалению, у людей есть свои ожидания, и, как я уже упоминал, некие родмэпы, некие списки функциональности, они все равно мысленно почему-то привязывают к определенным датам и хотят получить в определенный срок. Всегда в это вмешиваются, конечно, зависимости, коммуникации, какие-то технические риски.
люди расстраиваются. Мы стараемся поддерживать коммуникацию, стараемся все время информировать их о том, что наш процесс изначально построен по такой схеме, что мы не способны и сознательно не хотим пытаться давать какие-то обещания, когда что-то будет готово. Это, вероятно, вносит определенные сложности в их жизнь, но, тем не менее, процесс так устроен, и всем приходится с этим мириться. Для большой команды в 150 человек внедрение новых ключевых точек, вот этих срезов, про которые я говорил раньше, достаточно сложно и утомительно. Особенно если ситуация такова, что какая-то информация не имеет большого значения и не ясна для рядовых разработчиков, тестировщиков, зачем конкретно эту информацию нужно собирать или что-то нужно подготовить к определенному времени. Вот. Ну и в завершение. Самый интересный факт, я считаю, в выводах таков, что проект подобного размера вообще может работать по относительно гибким методологиям, не следуя ни Waterfall, ни RUP, ничему. Безусловно, наш подход — это не какая-то инструкция. На других проектах, в других ситуациях даже маленькое изменение может привести к необходимости очень сильно менять процесс, но я надеюсь, какие-то части нашего подхода могут по отдельности вам пригодиться. Сами гибкие методологии, безусловно, не silver bullet, они не решают всех проблем. Можно было бы представить такой же проект, который вполне успешно работает на даже классическом waterfall. Тем не менее, с моей точки зрения, ключевой аспект — это все-таки люди. И людям гораздо проще и комфортнее и предсказуемее работать с гибкими методологиями. На Agile манифесте я постарался покрасить вещи, которые у нас относительно выполняются, и мы им следуем. В зеленый цвет, красное — это, к сожалению, аспекты, которые нам не удается сделать полностью гибкими. Контракты и их ограничения достаточно жесткие со стороны бизнеса, за этим следят специальные люди. Для проекта такого размера инструменты все-таки являются важным пунктом, к которому нельзя относиться спустя рукава, поэтому иногда инструменты превалируют над конкретными желаниями конкретных людей. На этом у меня все. Ваши вопросы.